Так, ну такое задание мелочное. Я думаю, будет совсем рядом. Хотя... Может, это его ищет булочница? Так, это мелочь, мелочь. Просто если найти и, скорее всего, освободить чудика этого. Квест. Это такой вот квест. 100 метров. Так, 70 метров. Вот и мы. Увидят, сразу накинутся. Ясно. Уже увидели. Я убью тебя! Я что сделаю? Жесткие вообще. Так. Сейчас след. Ну, следом. Вдогонку. Такие задания уже были. Тебе здесь не рады. А, я так видел. Ты дегустатор? Да. Все верно. Булочница Тета просила спасти тебя. Прекрасно, Тета. Как хорошо, что я смогу увидеть ее перед смертью. Я окончательно обессилел от голода. Живой. И любви. Ты ведь отнесешь меня к Тете. Конечно. Хочет тебе кое-что сказать. Ну? Тета, я люблю тебя. Что? А еще кто-то хочет отравить госпожу Таимхотеп, супругу Пашеринптаха. Что? Что? Госпожа Таимхотеп любит наш хлеб. Мы уже 5 лет печем его для великого храма. И вот вчера я случайно услышал, как один из стражей сказал, что эта поставка была отравлена. Ее уже доставили? Я не знаю. Если нет, то она в лагере. Мне надо торопиться. Это все так неожиданно. Может, хочешь присесть? Нет, нужно подумать. Конечно, конечно. Ох! Как давно Сасабек влюблен в меня? Так, надо корзинки уничтожить. Начиналось так все просто. Найти, спасти. Спастись самому. Так, синяя птичка.
эта цель. Кстати, вот шкурка будет нужна. Это вот звери. Сейчас посмотрим, что там вообще. Так, ну что здесь нужно в этой базе навести порядок. Неплохие. Не очень, конечно, высокие, но... Нужно быть осторожным. Капитана встретить, а можно пролезть тихо. Корзина с пирогами. Я не опоздал. Больше они никого не смогут отравить. А какой идет? Тяжеловес. А, вот. Там еще один. Ты меня увидел. Сейчас. Ищет, ищет. Так, вот тебе и вот ты штурм. Куда б тебя запрятать-то? Эй, помогите! Успеть. Побегает всех на глупости. С
Следи, чтобы... Ты кто? Для уровня. Пойдет. Еще одна корзина. Ее тоже надо уничтожить. Поищу, может, здесь есть еще корзина. Почти поймали, но не совсем. Так, где-то я видел стрелы. Так, ну что ж, вроде бы чисто. Нашел!
Так, совсем рядом. Корзинки нашлись. Это была последняя. Ты, Имхотеп, спасена.